За это время вы получили качественные знания, развили творческие способности, научились отстаивать свои взгляды и убеждения, любить родную землю. Уверен, что в вашей памяти навсегда останутся теплые и радостные воспоминания о школьных друзьях и учителях. Сегодняшние юноши и девушки отличаются неординарным мышлением и трудолюбием, активностью во всех начинаниях, ответственностью и стремлением к достижению поставленной цели. Среди вас победители, призеры олимпиад и спортивных соревнований, лауреаты творческих и исследовательских конкурсов. Глубокие знания, опыт общения, полученные в школе, станут надежным фундаментом вашим успехов в дальнейшем. Сегодня вы стоите на пороге самостоятельной взрослой жизни. Впереди ответственная пора. Вам предстоит выбрать профессию и определить свою дальнейшую судьбу. Пусть будет верный этот выбор, а дорога во взрослую жизнь успешной. Помните, что все зависит от вашего упорства и веры в собственные силы. Пусть дорога знаний, к которой вы шли все эти годы, приведет к новым удивительным открытиям, а ваша энергия и талант послужат на благо нашего района, области, страны. Желаем вам оставаться вдохновленными, счастливыми, открытыми и уверенными в себе, людьми с активной гражданской позицией. Дорогие выпускники, никогда не останавливайтесь на достигнутом. Стремитесь стать лучшими. Мы верим, что у вас все получится. Добрый путь! 11 школьных лет пролетели для выпускников незаметно, но опыт, накопленный за эти все годы, не только в изучении конкретных предметов, но и опыт дружбы, взаимопонимания, общения, уверенно сыграет роль в дальнейшем профессиональном становлении вас как личности. В этом году в нашем районе сегодня получат аттестаты об общем среднем образовании 362 выпускника района. А вас, заслуживших в 2021 году аттестат особого образца, в районе 24.